Компьютер размером с крупинку соли был представлен на конференции IBM Sync 2018 в Лас-Вегасе. Мини-компьютер работает на базе технологии блокчейн. По словам представителей компании IBM, этот крохотный чип встраивается в бытовые предметы для дальнейшей проверки происхождения и содержания этих предметов. Основные функции этой технологии – анализ, контроль, обработка и обмен данными. Пользователи с помощью маленького компьютера на блокчейне смогут мониторить отгрузки и доставки товаров, отслеживать кражи и другие воздействия на груз. На данном этапе происходит тестирование первого прототипа компьютера. По словам представителей компании IBM, этот крохотный чип, состоящий из нескольких сотен тысяч транзисторов мощностью X86 1990 года, будет стоить менее 10 центов.